Еще раз доброго дня всем. Вот 1 мая 15.40. Сделана обшивка беседки поликарбонатом толщиной 6 мм. Все по технологии. Все прошито, как и было. Саморезы поставлены на места. Боковина зашита. Еще укреплена. Ну вот, 1 мая беседка целая, готовая. Посмотрим, как, что дела. Там все закреплено. Как она простоит. Все сделано. Сейчас убрать мусор. Инструмент занести в машину. Спасибо Сашке. Все. Всем пока.